пройду через темный портал один. Танчо где стоит? Умер бы я или выжил, мой сын остался бы цел и чист. Сегодня я исполню это обещание. Жалкий старик! Ну что ж, герои, хотите узнать, сколь могущественно появилось короля меча? Вот, ты берешь подстак? Фу. А кого теперь держишь? Всегда бы так 28 пич пил. Интересно. Чехи выслали. ХЗ. Ой, возможно, если вы не будете сразу Старфолд давать, вам не придется их рядом с собой. Денчик посильнее. Сразу скрин скиньте, тебя они попозже попросят все равно. Ну раз котом не плейся. Вот это да! Телепорт работает! Я чувствую, как король Лич наблюдает за нами. А обычный токен кому-то нужен? Не, я его кинул на ролл. Видите, что он? Миллениум объявление, так не смог. В чате ролл. В чате просто ролл, кому нужен. Отдам прямо сейчас кому. Не, да. На дерево. Я
Чего вы мешаете? Вы тут соло разобрали. Душ фармят. Я не понял, сразу признаюсь. Я фармлю душу, но не, я не понял. Но буду благодарен, если лишний пол. Настоящая сова. Не снимайте, пожалуйста, корт. А, Вага, ты здесь, да? Ты слышишь? Мне кажется, типа, они паладину порезали все скиллы, типа. Типа, ты 5 добавили, а порезали все остальное. Потому что, типа, я в силовой шмот делался, у меня, типа, скиллы меньше бьют. До этого били. И ДПС, типа, вообще не изменился, как на прошлом орке. Да вот, до Т5 вот этого. ДПС киньте. Я же сказал. Типа, я поменял две агильных шмотки, у меня экзорцизм же не может бить сильнее, бля, чем с агильными, правильно? Ну, по логике, вообще никак. В смысле, в агильных шмотках экзорцизм не может сильнее бить. Void? Не, тут хилить уже трудновато. Да, нормально. Таков? Давайте активируем ловушки потом. О, ленточка лежит. Пора до скрин скиндер. Тебе именно по сорфангу или общий? Общий. Все позиции. Поэтому я гружу второй. Нет, ага. Курю. Карин, лови трэш. Может, мы обезвредим ловушки? Зачем? Забери какую-то там серую вещь с собаки, Миша. Вообще, до шестой позиции нормально было. Все остальные, кто ниже шестой позиции. Надо купить. Типа за ум, дед, не ладно там. Лёха, а ты не думал ДВшный состав соединить с вечерним и РТ на УКХМ? Кого-то звать из... Как ты соединишь ДВшный состав с вечерним во время? Почему у тебя в рекламе 17800 написано, я дал, а у меня в 19800? Потому что скада потом скидывает со временем, а рекаунт оставляет такое, как скидывает у всех одинаково примерно. Лады.
Фреда вагон. И он с Вагой примерно одинаково там. На... А что тут будет ДПС? А что, я на этом боссе в ШПшке останусь? Я три раза просила, чтобы ты забрал шмотку с собаки, чтобы можно было его утонуть. А при чем тут я синий лутер? Потому что там добыча Фарада. Серый шмот, он для каждого индивидуальный. Куда шкаф? У нас Мосса пропал? Да, Луцин, спекайся. Рыба стоит. Мазбав, пожалуйста. Пуляю по готовности. Я была готова раньше. В мире зоне есть уже, унеси. Если у нас два шипы, то кто ДЦ? Зачем вы бегаете, добивайте босса? Не надо уже сносить.
Далее псадьба обогнала Мальдазара. Тут можно... Шторы, портуйся сейчас в Галаран. Тебе же отдали посох. Сдавай его, сумоньте, я тебе кровь подам. Тут увеличенный дамаг из-за вздутия. ЦЛК 10 хм, осколки под... Нет, как из 25-ок. Мазур, у тебя 20-341. Пипец, там сова лагает. Япончик. Да. Что ждем? Сам кто-то не готов или что? Че, Гера спула? Все разгоняются. Зачем спала страшно? Липучка, вонючка! Вага, посмотрю, после босс. Отличные новости, народ! Я починю трубы для подачи ядовитой слизи. А можно в дудку дунуть ДК? Отличные новости, нет. Народ! Я починил трубы для подачи ядовитой слепочки, вонючка! Всё, подведу к вам поближе. Знаете... Повешалась дудка. Да. Слизь снова потекла.
А вы можете заранее выбегать, когда лужа льется, блядь? Нас и дальше будет народ обливать и надохнуть. Отличные новости, народ! Слизь снова потекла! Ну, они не обливать и надохнут. Может кто-то тактику забыл? Правильно, зачем нам это надо? Лучше в минус 10 убить овер ДПСом, да? Всегда так играли. Море слизи, хоть плыви по ней в круизы. Ого, так, для справки, там не лужи виноваты. Там не захил брызг был. Там дебаф был. Нет никакого не захила, когда диспелится дебаф. Че, они на профайле, че? Дебаф? Люди умирали от брызг. Люди умирали от брызг с дебафом. Если ты диспелишь дебаф, то по человеку приходит дебафом 100%. Дебафом кого? На слизь? 100% исцеления. Если вешается дебаф, то исцеление по человеку снижается на 75%. Понимаешь, я вижу, там они, блядь, ловят дебаф, еще стоят в луже, нахуй, бегут, да, с ее середины. Да. Если бы не было лужи, там бы все прохиливалось. А никто блюет в луже, блядь. Кто еще с дебафом в этой луже? Ну так, для справки, дебаф диспелится моментально с людей, которые стоят на рейнже. Это никогда в жизни его тут не диспелил. Ну, только с хилов. Диспелится он моментально, потому что если у тебя появится на хиле, на трех хилах губительный газ, там, или на людях, которые получили этот дебаф, и в них полетят брызги, ты их не захилишь. Поэтому он не спалится. Япончик прочитал личку? Да. Я мясанул, поэтому мне на медведя не нужен этот посох. С Вагой я... решай вопрос. А где Вага? Вага? На вратаре. Вторая группа воин. Но он слышит нас. Вага, ты дал за четырёх, мы вам говорили, чтобы можно приходить. А сколько раз мы уже говорили, что не мисуете по клавишам? Сколько раз? И Вага тоже очень сильно ругался на это, на все. Я понимаю, но ты же видишь, что этот посох не на танка. Я, ну, логично, что я случайно это сделал. Почему? Пойдем. За четырех дал Вага. Четырех и приход. На первое время пойдет на танк. Решай весь вопрос с Вагой. Короче, еще 400 Вага. Да, сори, я такого больше не сделаю, конечно. Буду внимательно смотреть. Кому отдать посох?
Че стоим-то? А сейчас будем тянуть. Гоу, поехали. Может, возьми. Катами, можете трэш потянуть? Да, лок. Да вон охотник тоже может. Питомца отпустите. Хан, Проня, Зачетный, Локи, Розелина. Отпустите своих питомцев, загрите трэш ими. Игрушка, да, может, да, у кого-то да, есть. Все, загрели. Контроль сейчас дайте. Зайдите за стену, она подойдет. Спасибо. Валю, только не согрейте, пожалуйста. Бой, подтяни там рыцаря. Еще тащите трэш. В комнату не заходите, а то таймер запустится. Я бабку зашаг. Еще тащите питомца не сейчас. Там, по-моему, дверь закрыта. Сейчас откроется. Открылась уже. Может, ближний к нам Вальку убить? Не надо. Метку белую тогда. На контроле только подойдите сейчас поближе. Там сейчас много прибежит. На контроль подойдите. Я по бабке. Лейтенантов зашакните тоже. Знание паладина. Тактика бейте. Бьем трэш, поднимите Мозера, поднимите Нарсию и ищите трэш. Поднимите Мозера на рцы и тащите трэш. Если там БОЕшки есть, вы скажите голосом. Я... Давай, агри, агри, пак. На контроль подойдите. Я бабку зашаг. Тактика убегает. Вагон присоединился.
Не могу бабку сконтролить. Где контроль какая-то? Походу он у лейтенанта был. Ну по мне саб дали, ладно, я не за контролем. А где остальные? Столько паладинов. Столько лок. Я предлагаю пойти уже туда. Нет, мы сначала их здесь добьем, а потом... Нихрена, там времени даст? Хоть жопой жуй, чтобы там даже можно было бы их не вытягивать. У нас не по 8000 ДПС, а чтобы не успеть на Лана дойти. Хорошо, чем-то вайпаемся. Вайпаемся. Потому что 10 мобов пришло и убило танков. А чё, этот глаз агрит всю пачку сразу или чё? Лучше пойти туда. С предыдущей вы же справились? Я предлагаю пойти туда. Сейчас придем уже. Вот 5 человек прибежали. Остальные 20 лежат. А срез был? Да. Сейчас вас сюда ничего поднимет. Да не было на срез. Да не срез. Да всех достал, похоже. Но я отлежу так, что меня должно было достать. Спасибо. Сейчас дай мне сначала пропахнемся, мы сейчас... Может, в третьего танка здесь? Полегче будет. Пойдем в комнату уже. Заходим. Вот сейчас показалось. Лейтенант, по бабке дайте тактика, видите, почему? Здесь все не закроем, мы не подправимся.
хотите встать? Ну, Войт слева, рыбу. Брон справа, двоих. Глупые смертные. Думали, что одолели нас. Все готовы. Сан Лейн, непобедимые воины короля Лича. Погляньте. Наши силы едины. Доксанар был досадным недоразумением. Сила сферы позволит Валанару свершить отмщение. Луцини, уйди оттуда, сейчас мелики заварят. Сцене по центру падает. Еще одна на сцене падает. Вихрь, 5 секунд. Раньше не будет. Яро. Еще одна после босса падает, видите, пожалуйста. Подъедьте, куда? Боссами две падают, сразу же подбейте их, пожалуйста. Пойдет. Шторы, подними меня, тихонечко. Метику подбейте. На сцене падает. Сейчас слева нет. Так, пока тут отойдите. На сцене падает. Сейчас вихрь будет. Отбросьте.
сцена на сцене. По центру падает, по центру падает. Сейчас смена цели будет. Убивайте Валанар. Сила сферы позволит Валанару свершить чашу. Насладитесь волей. Прольется кровь. А сцена. Они идут. Это ж крутится. Поднимите фарад, пожалуйста.
Дайте кулак поварам. Вообще в рыбах не есть. Есть рыба. Чего? Рыбу поставил. Цинь. Да, да, да. Я тут. Все, все готовы, танки, поехали. Это было неразумное решение. Укус на лодке, да? Локи, укуси и разделение. Рога обоссался. Рога, камикадзе. Переводи. Это 250. Если хотите не проебать квест, надо бэра отдавать. Шторы, поднимай Луциня, Луцинь, поднимай Денчика. Пока тут, поднимай Нарцию, Нарция, мост. На самом деле, даже если вайпнемся, у нас все равно время еще. Поднимаем, как сказал он, да. Ну, говорят же, главное спулить, не? Кого из меликов? Блять, шторы в DC нет. Еще КД. 25 Штор, 25 секунд еще КД. Да, поднял мост. Я вижу. Сейчас так будет через 10 секунд. Да, 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 да. Все Луциня, Луцинь Денчика. Читай на хп гимн. Вайт окусил, смотри осторожно. Денчика поднимаются. Да, да, да. Штуку стоит. Марсия, есть БР, да? Марсия, подними из зачетного, пожалуйста. Не прохил. А Луцинь, че у тебя? Ну, я в рающихся тенях умер. Он сзади стоит, возле этого. Там. Раздайте баф, пожалуйста, попавши. Сбегите. Ну сбегите, сбегитесь, пожалуйста. Прости. Ну зависло, короче. Я там лужу разлил, да? Да. Сбегись. Еще все не могу. Сбежали спектр. Страх. Хильтесь.
Дай им на хп, пожалуйста. Мозг. Может, Геру? Вага, начисляй роги. О, багруха. Короче, я ребут сделаю. Я не знаю, почему он зависает. Девочка, нужно построить. Как дела? Обнажите клинки, соратники! Фрейгулы насмерть будут стоять за королеву льда! Лучше умереть сейчас, чем опять собирать реагенты для этого больного Финкельштейна. Довольно пустой болтовни! Прибыли наши герои! Покорители новых троллей? Пробьемся через зал! Однажды мы с тобой сражались плечом к плечу, Крок. Но ты оказался предателем. Иди же, встречай свою вторую смерть. Приманите их сюда, и мы вам поможем. Покройте печеньку, просто обычный ролл. Паладин, жрец, чернокнижник. А кто с орка, кстати, выиграл героическую печенье? Там не успеется. Паладин. А? Там паузу брал.